Добрый день, уважаемые земляки! Представляем вам второй выпуск местных новостей «Серебряное время». 1 марта клуб ветеранов «Бабаевские зори» Центра культурного развития побывал в гостях у ветеранов «Дубров». Здравствуйте! Хор ветеранов «Бабаевские зори» приехал в гости к ветеранам Дубровского сельского совета. Для меня свидание с Дубровкой вдвойне приятно. Я в 63-м году работала в Дубровской семилетней школе. Поэтому год этот, конечно, мне запомнился. Это был 1963 год. Сейчас на дворе еще зима, а вот зима 63-го года была, совершенно снега не было. А 8 марта с вечера посыпался редкий крупный снежок, и насыпались сугробы высотой в 2 человеческих роста. Три дня, в Дубровку не ходила почта. Вот такой был год. В концертной программе «Весна в душе» ветераны представили стихи, песни и даже танцы. По нитке скользя, жить и жить бы на свете, да, наверное, нельзя. Чьи-то души бесследно исчезают вдали, словно белые снеги идут в небо, с земли. Изюминкой программы была демонстрация шали ручной работы рукодельницы этого клуба Ирины Петровны Талампойко. Свое творчество показали и хозяева мероприятия. Вокальная группа «Реченька», чтецы и солисты подарили всем хорошее настроение. Заряд бодрости получили ветераны, сообща участвуя в юмористической сценке и других веселых конкурсах. Продолжилась встреча за чашкой чая, а завершилась общим хороводом. Творческий вечер «Встретимся, вспомним, споем» получился очень доброжелательным. Расставались уже настоящими друзьями. Впервые в нашем городе 24 марта состоялся грандиозный конкурс хоровых коллективов «Битва хоров». Он собрал в Центре культурного развития большое количество любителей русской песни. Всего в конкурсе «Битва хоров» участвовало 8 коллективов. Материал о конкурсе смотрите в рубрике «Культурные события Бабаевского района». Добрый день, уважаемые огородники, садоводы и цветоводы! Вот и подошла у нас с вами вторая встреча. Перчики наши уже подросли, вышли, и скоро мы займемся их пикировкой. Теперь
наступило время весны. Сегодня у нас в гостях опытный цветовод с большим стажем, опытный огородник Людмила Константиновна Зуева. Очень приятно, Людмила Константиновна, что вы сегодня являетесь моим помощником. Многие, наверное, уже посадили, посеяли рассаду томатов. И сегодня мы немножечко с вами остановимся на сортах томатов, которые мы уже испробовали и которые выращиваем на своих участках. Я, например, люблю томаты, которые не высокорослые, но и не низкорослые, тепличные растения. Вот такие вот, например, томат всем известный Вологда. Это высокорослый. Высокорослый томат, но это вот кистевой, то есть он считается среднеспелым и очень хорошо себя зарекомендовал, да, вот именно в нашем районе. Также томат вот Благовест. Тоже он у нас среднеспелый, с ранним урожаем, вот этот раннеспелый сорт созревания. Но мы с вами знаем, что у нас есть сорта суперранние, ранние и среднеспелые. Наверное, вот только эти, которые рекомендуется вот, да, высаживать в нашем регионе. Вот. Следующий сорт, который мне понравился, я его испробовала, и очень нравится он детям. Вот такой вот томат дюймовочка. Он мелкоплодный, плоды очень сладкие, их очень много. Прямо в теплице они начинают созревать, и дети очень любят вот такой вот томат. Также буденовка, очень такой сорт удивительно вкусный и неприхотливый, который тоже вот можно вам порекомендовать попробовать посадить на рассаду. Для того, чтобы понять, какой же сорт вот именно вам подходит, можно, наверное, по два, по три вот различных сорта, которых незнакомых, испробовать, но не более, и высевать не более 2-3, наверное, экземпляров. Для этого достаточно. Сейчас Людмиле Константиновне задам такой вопрос. Людмила Константиновна, вы давно занимаетесь выращиванием томатов, зная, что вы любите крупноплодные томаты, такие как Глория, Донские. Расскажите немножечко о них. Ну, я в основном выращиваю высокорослые крупноплодные томаты. Это сейчас. А вообще-то я и среднерослые выращивала, и низкорослые, и те сорта, которые вы перечислили. А сейчас я остановилась на двух сортах. Глория и дворцовые. Дворцовые мне попали от Лидии Петровны Щербаковой. Вот я очень хорошо, они у меня растут. И Глория от Людмилы Дмитриевны. Вот эти сорта я постоянно выращиваю. Наиболее благоприятный период для посева томатов в грунт наступает с 20 марта. Итак, уважаемые огородники, мы порекомендовали вам сорта, которые вот непосредственно мы испробовали на своих участках и не понаслышке знаем их все преимущества. Сегодня мы находимся в гостях у Надежды Иннокентьевны Смирновой. Надежда Иннокентьевна – это боевой друг и товарищ. Так можно ее охарактеризовать. Мы с ней знакомы основательно, так сказать, с 2004 года. Она позвала меня работать к себе. Я в то время уже была на пенсии, работала в центре занятости, но было тяжеловато из-за командировок. И вот я пришла работать к Надежде Иннокентьевне в общество инвалидов. Я пришла утром рано, еще никого не было. И первое, что я обратила внимание, на убогость помещения внутри его.
мне было как-то не по себе после того, что где я работала, в центре занятости, в банке, там совершенно другая обстановка была. А тут так бедно, и у меня что-то немножко защемило сердце. Потом пришла Надежда Иннокентьевна, мы с ней поздоровались. Она говорит: проходите, Слава Федоровна, значит, ко мне в кабинет, будем вместе работать в одном кабинетике. И вот мы работали втроем в этом кабинете. Там еще была у нас инструктор, работала Валентина Николаевна Шабанова. И вот Надежда Иннокентьевна и я. Я взялась за бухгалтерию. За время работы мы с Надеждой Иннокентьевной очень много говорили, общались. Я узнала, что с ней случилось, как она получила травму, как она выходила из того нелегкого положения. И я слушала ее рассказы, и, знаете, очень была удивлена ее стойкости и ее мужеству. Она рассказывала, как она работала, начала работать в обществе инвалидов, и как ей досталось это помещение, такое библиотека, районная библиотека, детская, вернее, вот, что улицу ведь Островского все время заливало, и у них прогнили полы. И вот она рассказывала, как они делали эти полы, сами ремонтировали. Это надо было, конечно, видеть. Меня позвали на работу в обществе инвалидов в 1995 году. Я пришла, когда никого ни двора не было. Не было никакого помещения. Мне, значит, стала хлопотать, дайте какое-нибудь помещение, потому что надо как-то работать, надо. Полтора месяца работала на дому, даже полтора года работала на дому. Никакого не было помещения. Потом, значит, я узнала, что в отделе культуры есть, значит, списанный дом есть. Я пришла, посмотрела и стала хлопотать. Нам на дом, значит, самого-то, так, Сладковский работал, главой района Сладковский работал. И говорит: это вот, Надежда Кирилловна, если поможете меня выбрать, главой района, я этот дом подарю. Ну вот, в общем, нам дом подписал, но прокурор против стал. Нам дом отказали, тот самый, вот опять передали в общество, опять передали в отдел культуры, передали. Но, тем не менее, нам дали безвозмездное пользование, его дали, дом. Мы стали ремонтировать. Где возьмем балки на дом, в общем, привезут нам, помогли. Мы нанимали рабочих, отремонтировали все полностью, полностью обшили, пол полностью наслали другой. Значит, стены околотили ДВП. Стены колотили, все прибрали, все в порядок прибрали. И Надежда Иннокентьевна всегда работала, как говорится, с полной вот отдачей. Она с любовью как-то ко всему относилась. Вот. Надежда Иннокентьевна, чем вы можете, любите заниматься? Расскажите нам, пожалуйста. Я на протяжении 6 месяцев летом живу на даче. У меня там на даче свой огородик небольшой, 11 ряд. И теплица. Выращиваю огурцы. Теплица выращиваю огурцы, помидоры выращиваю. Каждый год урожай неплохой получается. Овощи выращиваю. Ягоды и цветы выращиваю. Очень нравится мне. Это нравится мне быть с природой. Я все время утром выхожу, проверяю все, смотрю, радуюсь, что у меня растет все. Ну, а в свободное время я, конечно, занимаюсь вышивкой. Но дело в том, что вот последняя вот пушкинская беседка. Давно надо было закончить, но что-то все начну прошу, не знаю. Нет, настроение почему-то самого-то. Ну, думаю, закончу все же я ее. Выше на храм почему потянула, вышла из храма. Вот вышла, два храма вышла. Один подарила сыну, подарила старшему. Надежда Иннокентьевна, мы знаем, что вы участвовали в конкурсе «Золотые руки». Пожалуйста, расскажите. Конечно, значит, когда нам сказали, тем более на день инвалида, мы стали собирать все поделки людей, которые, значит, там очень много людей, очень людей таких, как говорится, рукастых, очень много у нас женщин, которые вышивают вышивки, занимаются вышивкой.
бисером вышивает, цветы делают, бисера делают. Дальше вот я, например, вышиваю, крестом вышиваю. Бывает очень скучно, так тогда беру альбом и смотрю саму эту фотографию, и мне вспоминается, как детство вспоминается, юность, как на работу поступила, все учится, все вспоминается, это все. Сегодня мы отмечаем знаменательный юбилей прекрасной женщины, мамы, бабушки, уже прабабушки и просто хорошего человека Надежды Иннокентьевны Смирновой. Вы знаете, я восхищаюсь ее молодостью, жизнелюбием, а также тем, как она относится к окружающему миру. И сейчас я бы хотела спросить у Надежды Иннокентьевны. Уважаемая Надежда Иннокентьевна, расскажите секрет молодости вашей души. В чем секрет? Какая молодость? Во-первых, я люблю всех прощать. Я не знаю моего зла. И родители меня учили, особенно мать учила, что никогда все скричали, никогда не выпускать, никого не выпускать. Всегда прощаю, учу, сейчас скричаю, всегда прощу всех. Ну и привыкла не унывать, не унывать. Ну а как у вас случится неприятность какая, всегда с улыбочкой, всегда. Все, прощаю всем. Действительно, умение прощать – это очень важное качество. В то же время Надежда Никитина очень скромный человек, вы согласны со мной, да? Но с большим чувством ответственности. Мы сегодня о ней узнаем очень много, но теперь я слово передаю вам. Уважаемая и дорогая наша Надежда Иннокентьевна, мы сегодня с большой радостью, с большим желанием пришли для того, чтобы вас поздравить с вашим замечательным юбилеем. Надюша, вы женщина особенная. А в чем же особенность у вас? Уже Нина Борисовна сказала, а я хотела дополнить. Особенно вы потому, что вы замечательная мать и вырастили замечательных сыновей Виктора Николаевича и Сергея Николаевича. Это замечательные люди. Они копия вас, потому что они такие же интересные, интеллигентные люди. В чем же еще особенность у вас, Надежда Иннокентьевна? Я, например, считаю, что вы обладаете щедрым сердцем, и у вас душа добрая. Кроме того, я считаю, что вы были очень прекрасным, изумительным руководителем. Ведь вся ваша жизнь прошла, и вы работали большую часть своей жизни первым лицом, или всегда первым. А это очень многому обязывает. И вы всегда были на высоте. Вы сейчас остаетесь такой же интересной, интеллигентной, красивой, модной, а самой лучшей для нас. Ура! Ура! Скажите, пожалуйста, как вы понимаете значение слова «дереза»? Коза, дереза, непоседа. Где-то, ну, как задира, как дереза. Дереза. Угу. Может, это какое-то дерево. Так, еще какие варианты? Что-то какой-нибудь деревянный предмет. Обструганные доски там. Обычно я думаю, что этот, те, кто очень вредные, некоторых называют коза-дереза. А почему? Очень вредные. А потому что они очень вредные и упрямые некоторые бывают. Так. И на кого похожи? На кого похожи? И похожи на козу. Да. Вредную козу-дерезу. И прямо так и называют. Ты коза-дереза. Я думаю, дереза – это когда маленькие ребенки все плохо идут и говорят: «Ой, ты какая дереза!» Дереза – листопадный или вечно зеленый, обычно колючий кустарник семейства посленовых. Дорогие ветераны, как вы думаете, что означает в современном языке слово
худи. Худи. Слышали такое? Плохой, наверное. Я думаю, ходули. Так, слово худи. Плохие люди. Худи, говорите. Ходить. Очень плохо выглядит человек. Может, ноги? Тонкий, худой. Ноги похудим. На вепское слово похоже. В следующий раз словарь буду Даля брать. Я предполагаю, что это слово «худеть». Худи – разновидность свитера из мягкого хлопчатобумажного трикотажа или флиса с капюшоном. По русской классификации худи связывают с толстовкой, которая, однако, имеет застежку спереди и некоторые другие отличия. Внимание! Фотовопрос. На фотографии запечатлен один из уголков Бабаевского района. Определите, что это за место и где находится. Мы благодарим вас за большое количество просмотров и приятные отзывы. До новых встреч!